Шериф Хикс. Здравствуй, шериф Джуди. Кто это? Ты сама знаешь. Я любитель ужастиков и ножей. Какой твой любимый фильм ужасов? Вообще-то я предпочитаю мультфильмы и мюзиклы. Зачем ты это делаешь? Я обязательно тебе расскажу. Я звоню для того, чтобы сдаться. Это замечательная идея. Мы встретимся в участке, и я расскажу о двух убитых мной людях. Ты убил одного человека. К тому моменту я успею прирезать твоего сыночка. Нет! Ответь, ответь, Бесс! Понял, выезжай. Он не берет трубку, верно? Наверное, чем-то занят. Откуда мне знать, что ты сейчас рядом с ним? Смотрела когда-нибудь «Психо»? Пожалуйста, не трогай моего сына. Почему нет? Он хороший мальчик. Да неужели? Он никого не обижал. Этого недостаточно. Прошу, я сделаю что угодно. Ты все равно не успеешь вовремя. Шериф Джуди.